Если посмотреть на гору, у подножия которой расположилось старое село Бобровка Глубоковского района от здания сельского акимата, то можно увидеть четкие очертания седла. Отсюда и название – Седлуха. Однако есть в этой местности заветная точка, с которой предстает иная картина. Будто лежит на спине обнаженная женщина, прикрывшая лицо локтем. Ровно сама природа прилегла на поляну отдохнуть в звездную ночь. Среди местного населения бытует предание в давние времена, когда не было на небе звезд. Горы могли превращаться в людей исполинов. Седлуха являлась прародительницей этого рода. Однажды решили внуки старой Седлухи добыть для небосвода звезды. Правда, сделать это, возможно, было ценой жизни. Для кристаллов звезд своевольные дети использовали простиравшиеся окрест озера. Похватилась бабушка гора, чтобы спасти их, всосала воду озера. Однако было поздно. Ночное небо расцветилось сияющими огнями, а люди исполины окаменели. Так и стоит посреди равнины мудрая Седлуха. Рядом с ней простираются горы поменьше. Днем здесь тихо и буднично, зато ночью, при сиянии звезд, превращается Седлуха вместе со своими горами-потомками в красавицу природу. Отдыхает до зари.